Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице построят 3 детских садика «Трансформера». В столице в 2020 году планируют построить 3 здания «Трансформера». Об этом сообщает Интерфакс. Уточняется, что по мере необходимости их можно будет переоборудовать в детские сады или же блоки для начальных классов. Глава департамента Сергей Левкин назвал проекты уникальными. По его словам, трансформация будет обходиться намного дешевле, чем строительство нового объекта. Уточняется, что 2 таких здания строят в Южном Бутове, а еще одно в Куркине. Стоит отметить, что новые нормативы градостроительного проектирования в области образования утвердят до конца года. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!